Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусанёк, Кирилл Геймер, Даник, Форум, Чертила, Секрет, пацаны, поздравайте. Привет. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Сегодня очень классная рубрика, будем убегать от аниматроников с игры на Security Breach Ruin. Если пять кошки, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Кого он убивает, тоже берет аниматроника, поэтому в конце ролика будет 6 аниматроников и один выживший. Обязательно досмотрите до конца, потому что в конце мы еще будем все, как всегда, взрывать. А я буду его сейчас обманывать сильно. Видите, он бежит. А он бежит, вот он. А, все, убежал, отлично. Мне кажется, он немножко затупил тем, что он взял медленного аниматроника, и будет ему очень-очень сложно. Ну так, да, есть такое. Дим, иди в это, на детский сад. Я иду. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся снимать что-то очень веселое и классное, которое людям очень-очень нравится. Здесь очень классная тема, мы удалили двери, и теперь часть карты не прогружается, пока я туда не зайду. Я не знаю, далеко он или нет. Пацаны, инфу, где он? А мы на спавне где-то. Он убил нашего. Даник, я знал, что ты сольешься. Иди сюда. Нет. Поэтому, ребята, я и боялся идти туда. Вы поняли, почему я засал туда идти? Потому что я чувствовал, что он там, прям запах аниматроника. О, напишите в комментариях, чем пахнут аниматроники. Мне даже интересно почитать будет комментарии. А вы, пацаны, как думаете, чем аниматроники пахнут? Какашками. Железом. А чё, чё сразу как говном? Ну, вот так вот. Так, он выбирает с аниматроника. Пацаны, где он, далеко? Он возле детского сада. Да он что-то не, он что-то боится нас, уходит. А, я понял, он нас ждет, чтобы вы вышли. Он пытается обмануть нас, типа уходит, а потом обратно идет. Ну ничего, не видите, IQ аниматроника очень низкое. Куда уже бежит? Три аниматроника? Два. Он поменял себе, другого взял? Да. Видимо, да. Я понял. А кого он взял? Димас, иди к нам в... Нет, они за мной здесь бегают. Нет, я не пойду. Там спринтрап. Я буду выживать здесь. Все, смотри, ребята, они побежали к вам. Внимательно, смотрите. Они идут. Ну-ка, давай. Я хочу посмотреть, как кто-то из них доберется к нам. Я хочу посмотреть, как вы умрете все. Погибните. Изи. Смотри, он не видит вообще. Он нас увидел, но он не увидел. Ну, пацаны, подход. Ну подскажите, где они? У нас один сейчас в... Мы все в детском саду. А они все там или один только там? Один в детском саду, а мы челики все в детском саду. Классно, ты офигенно объясняешь. Спасибо тебе. Класс. Блин, я боюсь туда идти. Но мне придется идти туда. Нет, не буду я идти, боюсь. Надо было мне сразу с пацанами туда бежать. Давай, Дим, мы в тебя верим, ты сможешь делать. Да не, вы должны подсказать, где он находится возле этого черного входа. Нет, нету там никого. А ну, ты форум там следишь? Вы меня обманули, пацаны, он там стоял, но он меня не убил. Вы меня обманули! Да. Спасибо, что вы очень умные, пацаны. Вижу. Бегу. Извини. Извини? Язвенник. Он бежит, бежит. Секрет, ты умер? Секрет, пипец, ты лох. Да нет, он просто, видите, как получилось. Он не может попасть туда, пацаны, он не может зайти на эту штучку. А не, может. Все, идет. Он сейчас свалится с нее, смотрите. Так, отлично. Все, побежал. Он упал. Ребята, ну это вы не чувствуете. Угарная серия, когда будут пацаны все сливаться. Так, идет. Дубль 2, пацаны. Он сейчас сможет. Это что, пока только два аниматроника, больше никто еще не умер? А, три уже? Вообще жир. Блин, Гусёнёк, классно, что ты построил эту штуку. Будем здесь выживать. Да, только не стой там, потому что у тебя там тупик. Хотя там уже. А я могу сюда перепрыгнуть. Да. А если сюда перепрыгну, мне не достанет. А, он тоже может сюда, в принципе, прыгнуть с разгону. Или нет? Нет, ты шо? Он не допрыгнет. Вообще никак. А Гусёнёк, ты очень хороший строитель. Такая ровная дорожка получилась. Да. Будто пьяница какой-то строил. Так, ну что, он пытается еще раз. Давайте проверим, упадет он или нет. Хорошо играете, пацаны. Мне кажется, если бы я был аниматроником, вы бы уже человек бы 5 умерло. Мечертила умер. Так, за кем он пойдет? Отлично. Давайте проверим, достанет. Если нет, то я не буду туда-сюда прыгать больше. Так. Нет. Класс. Все, сейчас я буду туда опять идти, наверх. Опа, ребята, смотрите, как я это профессионально сделал. Все, идем по бортику. Идет. Быстрее, беги. Форум, давай, беги, форум. Я бегу. Блин, они еще взяли таких медленных аниматроников. Чувствую, это будет долго и медленно будут нас убивать. Опять упал.
У нас четверо и их четверо. 4 на 4, но у нас же 7 игроков, получается 3 на 4. А, получается, что да. Да, ребята, если вы хотите с нами записывать, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Любой может зайти, пообщаться и при желании даже попасть в наш классный ролик. Так, все, побежал он там. Буду я бегать все-таки здесь поверху. А давайте спрыгну. А у меня 56 хп, я думаю, что я умру. Ты выживешь. Я выживу, но давай я не буду бежать. Рисковать каждый раз по 10 хп тратить. Я спускаюсь вниз. Так, форум, давай. Он сделал бортик, ребята. Теперь аниматроник сюда тоже может прийти. Гусенек, красава. Да. Молодец. Бежит. О, блин, он взял того аниматроника, которого я хотел сразу брать. Быстрого. Вот этот аниматроник очень быстрый. Беги, беги, беги. А, блин. Так, отлично. Сейчас упадет. Должен упасть. Нет, не упал. Отличненько. Будем по кругу бегать, давай по кругу побегаем. У него такая походка смешная. Ай, классно. Он сейчас свалится. Так, опять прыгаем. Но я буду долго так бегать, не переживай. Гусанек, он сзади? Нет. Нету, нету, отлично. Давай сюда идем. Блин, ну по бортику будет очень сложно им бегать. Но это, знаете, прям... Если бы я был аниматроником, я бы уже вас слил. Так, Дима, сзади, сзади, сзади. Спасибо, спасибо, что подсказал. Я убил форума. Отлично, отлично, ребята, я вырвался. Бежим, 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 бежим. Они теперь будут все за мной бежать, да? А нет, да, 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 да. Ой-ой-ой-ой, сейчас уже сложно пошло. Вот сейчас уже все, шутки прочь. Надо прям очень хорошо играть и будем скрываться. Все, побежали по всей пиццерии гонять. Так, меня он за мной. Слепили. Выключаем фонарик, чтобы он меня не видел. А ну-ка, Дим, где-то мне интересно. Я вниз побежал, там где спаун. Только ты сейчас спалил свое местоположение. А я сказал ложную информацию, я не там. Я обманул. Я слышу, как он бегает, я прям чувствую этот запах. Как вы там говорили, аниматроники чем пахнут? Металлом. Пашками. А. Металлическим говном. Все. Я очень хорошие точки на карте, поэтому здесь будет тяжело ему бить меня. Блин, ну это, знаете, это даже выживание, это не догонялки, это прям жесткое выживание, где надо прям хорошо-хорошо стараться выжить. Гусонек, давай, иди ко мне. Слышишь? Да, я здесь уже. Смотри, а что они металлические? Вроде как ткань. Ну ладно. А что за звук? Я не знаю. Ты сложишь тоже его? Да. Ну может карта, может это... Кто-то там забагал что-то. А, во, все. Да, кстати, это очень странно было. Он к нам идет. Гусенек, побежали. Побежали. А он рахит, он. А все равно он может на расстоянии убивать. Ты же тоже это учитывай. Ой. И! Что? Где? Да я чуть не слился. Ой. Блин, он чекает проход, он чекает проход. А как нам теперь выжить, Гусенек? Как пройти? Он пройти не может. Подожди, получается что? Один бежит. Смотрите, оттуда, один отсюда. Мы вдвоем остались, Дим. А реально? Да, офигеть. Блин, Дима, я чувствую, как он бегает здесь. О нет, о нет, о нет. Мы вдвоем выжившие остались? Да. Офигеть. Не, Гусенек, мы выживем. Давай сейчас думать, как нам это сделать. О, давай будем оружие использовать, давай. Убили кого-то? Вы друг друга. Ребята, вы молодцы. Так, я достаю оружие. Так, давай. Так, оружие. О, монетка, монетка, монетка. А ну отойди, Гусенек. Отойди, отойди от меня, сзади встань. Давай. Есть. Я сейчас буду всех убивать, ребят. Мы сейчас всех убьем и будем убегать отсюда. Отлично, отлично. Справа, еще справа, одного. Справа. О, горит хата. Монетка просрала. Так, я вижу, как можем теперь пробежать. Я побежал. Раз, два, три. Бежим, Дим. Скорее, скорее, скорее. Да я бегу, я бегу. Отлично, ребята, отлично. Мы вырвались. Все. Я побежал со всей силы. А! Вы видели? Он меня не убил. Он меня не убил. Ой-ой-ой, как это опасно. Это очень опасно. Очень. Ай, промахнулся. А что у меня на голове приклеилось? А, тут как-то очень странно работает. Все, Гусенек, я оторвался. А я нет, я пока что здесь в заперти. А я заныкался.
А там пахнет коричневым шоколадом. Да, это ты наделал на полу здесь. Да, это он. Я могу подсказать, где я. Там, где туалет, и вот там ищите в том радиусе. Ай, блин. Ребята, это очень опасно. Гусанек, ну гусанек. Да. Ну гусанечек. Я знаю, что последний остался? Да, Дим. Ребята, вот это жир, когда я один остаюсь. Мне это нравится. Ну все, Дим, я пойду тебя убивать. Ты меня не сможешь убить. Ну посмотрим. Ты меня не убьешь никогда. Ты знаешь, где Дима? Нет, не знаю. Но он где-то здесь, в детском саду. Да. Вы угадали, кстати, я в детском саду. Так, давайте режим, ночной режим подрубим. Ой-ой-ой. Буду тут шкериться, ребята, я все-таки хочу выжить. Очень сильно. А ну мне интересно. Я, кажется, знаю, где он, но. Ну давайте, думайте, думайте, где я. Если вот так встану, будет меня видно? Опа, я вижу, бегут, бегут. Так, я вот так вот встану. Вот так они меня не увидят. Я вижу его, я вижу его. Где я? Где он? А он, я понял, где он. Он там в торговом, в торговых штуках. А что вы мне сделали? А дайте мне фору, я выбегу. Да. А как вы меня убили? А он взял учительского аниматроника, который бьет на расстоянии. А, вот так значит. А он даже взял не аниматроника, а пилпак. Он пилпак взял. А, так давайте мне еще один шанс, это ж нечестно было. И мне тогда, он меня тоже убил. А че так нечестно он играет? А он меня тоже убил так. Кто там вообще ходит? А что там за... за челик завис? Дайте мне тогда фору, я дайте улечу. Блин, ну это было нечестно. Ну вот, человек такой. Ну вот так вот, видите? Ну все, давайте, я готов. 3, 2, 1. Последний шанс меня. Потому что все-таки убили пацаны меня не по-честному, а я хочу играть всегда по-честному. Ты в детском саду? Да, я здесь буду. Точно? Да, 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 вот я. А, вон он, да, он сверху. Ну я не буду вас обманывать в этот раз. Вроде точно бы. Он на балке. А, да, да. Он. Да, я по балке здесь бегаю. А ну-ка. Давай, я тебя жду. Собственноручная, моя балка. Давай, давай. Строитель от бога. Почему Майнкрафтер? Я медленных аниматроников беру. Да? Ну судьба такова. Ай, я упал. Ребята, я залез на такую балку, где они будут падать постоянно. Ай, класс. Так они меня никак не убьют. У меня хвост, слезай. Не-не-не, если я сейчас прыгну, вот видите, внизу же один меня чекает. То есть мне стоит упасть, и я буду сразу съеден. Это как раз таки я тебе говорю. Так, сейчас он упадет. Смотрите, давайте возьмем такую штуку, чтобы видеть вблизи, как они идут. Так, аккуратно. Ого, я могу зазумить. Дима, чуть правее отойди. Зачем? У меня хвост жирный. Нет-нет-нет. Окружаем его, окружаем. Все, я спрыгиваю, я сейчас вот тут буду на эти спрыгивать вверх. Блин, это эпические кадры, я люблю такое, когда вы сливаетесь. А что, прям сложно, да, третьего лица бегать за аниматроника? Он просто соскальзывает. А, ну да, сейчас он еще раз упадет. Не-не, смотрите, я сейчас к тебе прибегу и убью. Ну давай. Этот аниматроник... Сейчас он упадет, смотрите, сейчас упадет. Блин, не допрыгнул! Я не допрыгнул! А я застрял. Ай-яй-яй-яй, я бегу, я бегу. Ай, блин! Это было мощно. Кстати, я его не увидел. Я прям в пасть запрыгнул. Какой ты учись играть, я самый последний умер. Нет. Блин, это было классно. А кого еще убил аниматроник? Нечестно. Меня, форума. Все, форум, давай, теперь мы будем все аниматрониками, и ты должен выжить. О, хорошо. Если сейчас дайте ты дольше время меня продержишься, то ты будешь победителем в этой серии. А если меньше меня продержишься, то я буду победителем. Хорошо. Стой, стой, дай, я вселюсь в этот чевелепиздрика, потому что он очень быстрый, мне он нравится. Каш, когда будешь готов, форум. Угу. Так. Ну, я, в принципе, готов. Да давайте. 3, 2, 1. Ищем форум. А какой у него скин? Миньона. Миньон, ищем миньона. А мне, я знаю, где он будет. Мы все бежим туда. А, мы уже догадываемся. Так, 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 давайте все сюда. Как вы думаете, он дольше меня выиграет, продержится или нет? Не знаю. Мне кажется, нет. Ну и где он? Спрятался где. А, так ты ныкаться будешь? Да, я секун. Я знаю, пацаны, где он. Я иду его мочить. Он там, где шарики, скорее всего. Он, ну да, он возле двери, он возле выключателя света. Все, я понял, я бегу туда.
Я уже тут. В закрытом помещении, он не сможет выбраться так просто. Он убегает на выходе. На выходе? Да. Все, бежим, бежим со всей силы. Так, давай сюда. А он не там, где я ныкался? Не там, где охрана вот сидит? Блин, я его не вижу. Потому что я убежал. Я видел хорошо, его. Хорошо. Он уже не там, где игровая комната, в другом месте? Нет, нет, нет. Он в другое место. Все, побежали туда. Бежим со всей силы. Застрял. Так прикольно. Я вижу, где он. Он на лестницах. Все, погнали. Ребята, отчитываем 10 секунд. Мне кажется, в течение 10 секунд он сольется. Прям засекаем время. Вот он бежит. Смотрите, я его прям съем сейчас. И где он? Он же только что здесь был. Но он... Да блин, я же нажимал удар. Че его не убил? А, я теперь понял, почему меня пацаны тоже сразу не убивали. Для баланса вселенной. Ага, он меня убил. Все. Ты продержался меньше, чем я. Да, пацаны, я дольше играл? Да. Ну все, я победитель. Окей. Хоть из тысячи серий я был победителем. Мне это нравится. Классяк. Гей, всем привет, дорогие друзья. С вами Дима, Секрет Форум. Радекс, Гусанек, Васаби, Серега, Подлючка. Пацаны, поздравайтесь. Привет. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас очень классная рубрика. Мы все взяли кейсы и будем убегать от аниматроников с игры Security Breach Ruin. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем выживать. Карта очень классно сделана. Здесь не так много места, но Серега уже всех убил. А кто умер уже? Вы, ребята, вы что издеваетесь? Вы что так быстро умираете? Вы чего? Это не один. Так, пацаны, кто первый умер, тот лох. О, хорошо. А чего вы тут встали? Он же вас убьет на расстоянии, вы зря туда ходите. Не беги за мной! Надо сразу вот так стоять, где можно убегать в разные стороны. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся снимать что-то очень веселое и классное. Так, 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 он идет к нам. Беги, 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 быстрей! Ребята, я крутая карта. Упал кто-то. Ну, ребята, ну вы чего? Это я. Ну вы что, издеваетесь, пацаны? Лошара, Радекс. Так, я здесь буду стоять. Серегу на подписке. А я его не слышу. Где он ходит? А ну инфу дайте мне, пацаны, пожалуйста. Он за мной бежит. Серега, давай, встань. Мочи его, мочи. Все, минус, минус. Да вы что, издеваетесь? Что вы что так умираете быстро? Ребят, меня вас... Так, я буду здесь стоять для того, чтобы можно было разные пути отхода. Вверх можно, влево и вправо. Блин, я еле его увидел. Быстрее, беги. А, их уже двое. Блин, я упал. Я упал! Нет. Ну блин, то я хотел еще... Ну ничего, ребята! Беги, беги, беги. А, ну ты разрешаешь еще повыживать? Хорошо. Да, да, да. А я специально проверил, видишь? Да я врезался тут, когда играешь за NPC, когда вселяешься в него, как-то отталкивает немножко этот... На расстояние определенное. Смотрите, я могу прыгать, ребята! Я перепрыгнул! Минус, кто это прыгнул? Гусанек, ну блин, ну Гусанек! Я хотел эпика. А, ну видишь, у тебя не получилось эпика. Так, я теперь смогу перепрыгивать углы, это очень круто сделано. Смотрите, угол, хоп, перепрыгнул. Отлично, отлично. Пойдет. А, кто-то упал. Ребята, ну что так легко? Ой, что так сложно? Дима, я, кажется, за тобой бегу, повернись. А это не я. Это я. Это ты. Давай, мимик. Нет, мимик, отвали. Это васаби. Ребята, отлично. Блин, классно, я быстро бегаю, кстати. Это ничего, сейчас тебя поймают, Дима. Да нет, не должны поймать, я буду убегать. Очень быстро. Кто со мной? Ванесса, все, беги! Ой, Кейси, мне хочется Ванесса все рассказать. Да ё-моё! Да я подался специально. Да, я тебя перехватил, Дима, специально. Ой, блин, ты сейчас туда побежал. Я не знаю, мне вселяться или нет, мне кажется, вы и сами поймаете эту Кейси. Давайте посмотрим, как она будет сейчас сливаться. Так, бежит прямо на аниматроник. Молодец! Вот так, боже, значит, можно было! А я лох не догадался! А ты как вопух, Дима. Да я специально, видишь, проверял, тоже шаришь. Давай, Кейси, беги! Да блин, на. Да как ты меня убил на расстоянии? Все, минус, минус. Извини, Кейси. Че, всех убили? А че пешком? Второй раунд начался. Давай, покажи аниматроник. О, кто-то маску одел, прикольно, даже маску можно одевать. Это я одел. Пару, не бей меня первым, пожалуйста. Я хочу. Пацаны, давайте не поддаваться в этот раз. Дим, а я на вот эти желтые штуки не могу запрыгивать. А чё? Все. Ну прыгать не буду, потому что он не может. Ну ты можешь на расстоянии убивать. Да. Ну не бей фару, я же хороший, я же твой друг.
А где он вообще? Я его не вижу, кстати. Это очень странно. Вон. А, вижу. Серега, ты маску одел, да, на себя? Да, я маску и с фонариком бегаю. А ты как это сделал? Через С, да, выдал сначала себе все? Да, С, там нажал на нее, изменил группу тела и все. Молодец, Серега. Пацаны, давайте, он еще никого не убил. Давайте сделаем так, чтобы он прям реально не мог никого убить. Он за мной бежит. Блин, это страшно. Он за мной. Отлично, я убежал. От судьбы не уйдешь. Нет, я уйду от судьбы. Все, не достал меня. Блин, прикольно, да, ребята, за NPC управлять? Серега! Да, прикольно. Чу, блин, я думал, ты вниз упал. Что ты думаешь, я додик какой-то? Нет, я это, матерый. Матерый додик. Все, пацаны, он уже минуты никого убить не может. Давайте сделаем так, чтобы он прям вообще не мог никого убить. Кто умрет первый, тот лох. О, давайте, прям вообще не умеха, который вообще в Гаррис Мод и нуб. Рукожоп Жопович поменял. Согласен, Серега, поддерживаю. Я другого возьму. Ну давай. Я знал, что ты из этого аниматроника ни у кого не убьешь. Бери еще медленнее. А мы будем с тебя угорать. Зря ты его сказал. Зря ты сказал это, Дима. Сейчас он возьмет Бонни. Не, а Бонни медленный. Не, Бонни быстрый. Зато Чика быстрая. Так, я вообще аниматроника не вижу. Где он? О, я буду на подкрадулях идти, смотрите. Все, Чика вышло на охоту. А, я еле убежал, Серега! Дима, она за тобой. Она не догонит меня, очень быстро бегаю. Она как зомби какой-то. Здесь надо прям подлавливать. Да, аниматроник зомби. Беги, Кейси! Отлично. Ну, Кейси! Ладно, давайте по 3 жизни. Когда падаешь, 3 жизни есть. Потому что я чувствую, все сваливается. Немножко неудобно управлять, ребята, NPC-шками. Надо привыкать. Можно, кстати, от первого лица делать. Я даже... Кстати, сделайте от первого лица новое, можно руки и ноги увидеть свои. Реалистично. Да, это очень круто сделано. Так, никого не убил. Вы представляете, как это смешно? Серега, ты прям хорошо играл, я тебе скажу. Это тяжело очень. Да какое тяжело, ты не умеешь играть. Давайте, Кейси, бегите все. Серьезно тяжело? Я ж каким-то образом Кейси убивал. Ну да. Взяв... Там кто падали? Ну я вообще-то дал шанс людям. Так возьми другого. Ну? Если ты не можешь, если ты рахит, бери другого. Ребята, настроение отличнейшее, да, Серега? Да, вот походу рукожоп Жопович нашелся, Дима, вот он, это гламрак Чика сломанная. Ну, давай учитывать, что в этом раунде, когда мы играли первым, он был последний выживший, значит, как за Кейси он хорошо убегает, но догонять не умеет. Форум, кстати, вот насчет РП, вот молчи. Первого тихо. Убил. Да ладно, ну блин, ну рады. Молодец. Не завис. Вот и нашелся. Рукожопович Иванович. Рукожопович. Кстати, знаете, как у него фамилия? Рукожопченко. Рукожопченко Абрамовченко. Так, два аниматроника, ребята, теперь уже будет намного сложнее. Надо прям очень сильно выживать. Все, хорош. Да ладно, вы что, изговорились? Радекс плохой человек, и на меня сверху спрыгнул. Давай, Серега. И что? Никого это не окружаем их, Радекс. У вас не получится. Ой, отлично! Ребят, бегите. Да ладно, опять кого-то убили! Да ну, пацаны, вы чего? Знаешь, что Серега выхватил? Вот эта тема, когда ты наверху и спрыгиваешь вниз, это очень круто, кстати. Да. Но она и против тебя может работать, Дима. Я убежал! Блин, это стрёмно! Зади тебя, Чика. Я вижу, я слышу. А там мимик за тобой. Серега, я обманул их всех. Вот это красавчик. Блин, классно играть за NPC-шки. Монтяра там бежит за кем-то. За мной. Опа. Блин, в воздухе! Нет, я живой, но меня убили! Да ладно! Блин, это было очень стрёмно. Начал убивать, я вниз упал. Три жизни дается тем, кто упал. Да, давайте, чтобы было поинтереснее, потому что даже я могу упасть. О, гусанек. Отлично. Серега, мы с Кармой хорошо играем. Да. Мы вам поддаемся. Да ладно, ну не ври, ну зачем ты врешь? Я не вру. Не надо. Ай! Кейси, беги! Я съел. Блин, а да я воздух. Иди в жопу! Да я в воздухе проиграл! А кто остался? Я остался. Давай, я Серега, беги! Кто остался? Я один? Секрет. Ты один остался. Да. Они вас двое. Я убил. Так, давайте понаблюдаем, как Серега играет.
Так. Сережечка, у тебя же есть, если ты не падал, можешь спрыгивать, у тебя есть 3 жизни. Ты не на меня смотришь, Дим, ты не на меня смотришь. Ай, да. А это кто сейчас проиграл, не ты? Секрета убили. Я жив, ой, я жив. А, то маску тоже кто-то одел просто. Я жив. Я бегу пока что, Дима, я живу. А, вот, я вижу, ты бежишь, да-да-да-да, давай. Падай вниз, если что, если у тебя 3 жизни еще не потрачено. Вот, молодец. Серега, молодец, правильно. Сколько ты раз? Это первый раз ты упал? Нет, это второй раз. Еще одна жизнь, Серега, еще раз можешь свалиться вниз. Я даже не буду вселяться пока в аниматроника, потому что и так очень будет сложно, Серега. Давайте понаблюдаем, как он будет играть. Это очень Дима, круто. Я бегу. Я вижу. Давай, Серега, я в тебя верю. Кейси, давай, беги. Ну, есть. Ай, блин, надо было вниз падать. Зажали. Серега хорош. Да. Я выжил. Пока мне Серега больше всех повыживал за Кейси. Так, теперь этот раунд, когда я буду играть за аниматроника, и посмотрим, так же сложно, как говорят, или легко. Давайте проверим на своей этой шкуре. Да. 3, 2, 1. Погнали. А за кого он? Я не вижу. Эх, успел вселиться, я уже думал, сейчас замочу. Так, давайте будем подлавливать. Сейчас будем какую-то определенную тактику вырабатывать. Так ты заяц, оказывается. Так. Заяц. Бежит. Волк. Заяц. Волк. Да ты кролик, ты стай не кролик. Ребята, вы говорили сложно, да? Радок всегда первый. Я опять первый радок. Ну, Радок, ну скажи, что у тебя опять зависло. Это хорошая отмазка, мне она нравится. Я попытался заскамить. Радок, я тебя верю. Заскамить. Заяц. Волк, Дима. Ух, меня Дима еще не видит. Ребята, еще одного убили! Да ладно! Пацаны, вы что? Это сейчас будет самый быстрый раунд, который мы играли. Это пустая Кейси, там никого не было. А, пустая? Да. А это возможно пустая Кейси? Пустышка, Дима, да. Отстань от меня. Это ты, Серега? Нет, я тебя не пущу. Блин, я упал. Серега, молодец! Это не я, это. Это не ты был? Блин, я думал, это ты. Нет, ты сначала за мной гнался, потом ты переключился на другую Кейси. А кого я убил? Я сам упал. Понял. Так, давайте наблюдаем. Вон двое Кейси, погнали туда. Заяц, волк, заяц. Так, окружаем их. Давай сюда. Бани хоп, это такая... Дай. Ну, еще чуть-чуть. Есть, молодец. О, это Серега, это не Серега. Так. А, он уже готовится прыгать. Так. А я сейчас на расстоянии попробую убить. А что вы там стоите? Пацаны, идите помогайте, тут 2 Кейси в углу стоят. Я их не пускаю, ни туда, ни туда. Иди ты, я убежал. Так, отлично, хочу обмануть их. Так, давай сюда. Манка, манвей. Ой, чуть не упал. Блин, это заяц как-то странно бегает так. Заяц. Ну нет, Дима. Серегу заклинило немножко. Вот и сколько тут бегает Ванес. Пацаны, идите сюда, давайте помогать. Блин, я сейчас драка. Есть, я убил кого-то. Отлично, ребята, все больше и больше аниматроников. Меня пугают эти микролаги, потому что если у меня сейчас микролаг случится, это вообще жопа будет. А из-за чего микролаги? У меня был не микролаг. Да небольшие. А, есть, да, такое? Небольшие такие, да. А, Кейси пустая стояла. А, Серега, это будет за тобой гонить, да? Монти, Так, давай сюда. Стоять, кого я говорю! Я поймал! Ребята, молодец, секрета замочил. Ну, блин, все лучше и лучше мы играем. Этот раунд вообще интересный. А кто говорил, что сложно убивать? Я так и не понял. Легко же вроде было. Я остался. Ты последний. А, Дима, я живой. Последний. Я своего загасил. Серега, а где ты? А я вижу тебя. Да не мочите меня! Ну зачем вы меня мочите? Я ж свой. Дима, а ты летаешь, смотри, где я. Да, давай будем уже наблюдать, как ты играешь. Мне даже интересно наблюдать, как Серега играет. Это очень круто смотрится. Так, давай, Сережечка, я в тебя верю. Так, молодец. Отлично. Красавчик, побежал. Не будем мешать ему. Ты видишь, да? Да, я смотрю за тобой. Вот ты в углу. Прыгай вниз, если у тебя 3 жизни. Ты так сделал, чтобы они друг друга убили? Да. Серега, молодчик. Хорош. Так. Так, только не мешайте ему. Я один раз прыгнул. Так, еще 2 жизни есть. Ребята, блокируйте ему прыжки. Так нечестно. Не, нормально, еще раз. Второй раз. Все, ребята, если сейчас он упадет, то все, он проиграл. Только дайте ему фору, чтобы он выбрался. Смотри, они меня окружают. Ничего, Серега, давай ты выйдешь, они тебя пока мочить не будут, вселяйся. Так, я выйду сейчас. Так, давай. Выйду.
Отойдите, отойдите, отойдите. Все, давай, 3, 2, 1, погнали. Серега, Серега, ну, давай, 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 давай. Блин, ну тут сложно по этой карте выживать. Когда мы вчера играли, было как-то легко. Друг друга мочит, Серега, ну как ты это делаешь? А попробуй на этом островке как-то запрыгнуть и проверить, смогу на тебя убить или нет. Интеллект аниматроников. Могут, они могут, смотри. Так, давай, Серега. Да блин, ну меня зачем? Я же камера летающая. Все, убили Серегу. Да ладно, Серега. Я дольше всех, Дима, пробежал. Да, Серега вообще хорош. Серега, ну ты победитель в этом ролике. Ребята, мы решили сделать последний раунд. Это PvP. Каждый сам за себя. 3, 2, 1. Погнали. Кто проиграл, уже не участвует, просто наблюдает. Секрет. Ой, молодец, Сережечка, ну что ты? Я был же маленького. Не, я живой еще. Ага. Я вот стою здесь, по красоте. Я вижу, он бегает. Так, сейчас они все друг друга помочь, это я один останусь. А вон аниматроник стоит. Так, Серега, бомбу пока осторожно. Так, ну что, аниматроник, стоять, иди сюда, иди сюда. Я смотрю. Я убил тебя. А чё я не убил тебя? Я же нажал первый удар. Я первый. Все, гусанек выиграл. Гусанек, ты победитель? А, нет. А вот еще один. Подлючка или гусанек? Я думаю, что гусанек выиграет. Блин. Да, он все выиграл. А, блин. Ну, гусанек, ну ты, я знал, что ты читер. Ты всегда водишь на читы команды. Я просто проиграл. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Васаби, Итачи, Итучка, Сайбер, Угабуга, Гусанек, FM-Zoom. Пацаны, поздоровайтесь. Привет. Салам алейкум, братья. Всем привет. Пацаны должны пройти этот паркур. Кто первый дойдет до самого верха, тот будет играть за аниматроника. Если опять кушайте, приятного аппетита. У нас сегодня очень классная и веселая серия. Погнали. Гусанек сказал, что пройдет его первый. Напишите же в комментариях, Гусанек пройдет первым или нет. Камерамен, как всегда, идет впереди. Посмотрим, как он сейчас упадет. И это будет ржачно. Вот, вот реально, если он упадет, я буду в голосину ржать очень сильно. Так. Ну, нет, не упал. Хорошо, хорошо. Ребята, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Ну, ты, Гусанек, вообще молодец. Сказал, что за 5 минут пройдет паркур. Он сейчас его за минуту просто пробежит. Так, Гусанек, ну что, тут пора тебе упасть. Вот если он упадет. Ты, блин, ну красавчик, красавчик. Так, кресла пошли. Это он ляп на минималках. Вот сейчас будет сложно. А, ну молодец, прошел, прошел. Здесь у нас красава, гусанечек. Здесь не упал, мешать не буду, буду сдалека летать. Здесь, блин, еще б чуть-чуть и упал, ну вот еще б на соплях. А у него башмаки клеем намазаны. Здесь. Красава, красава. А вот тут сложно, вот тут сейчас сложно будет. Понял. Отлично, ребята. Вот это то место, где гусанечек застрял. И теперь ему будет сложно пройти. Сейчас дойдут уже другие игроки до него, и будут они друг другу мешать. И будет еще смешнее. Ну давай, гусанек, еще раз упади здесь, пожалуйста. Ну боже. Давай, давай, давай. Так. Даем. Ну! Да ладно. Здесь у нас красиво проходит. Здесь молодец. Вспомнить предметы нельзя, это бан. Ой, ну ладно, прости. Так, это. Это двигатель. Там нужно с приседом. Ну, я понял. Я тоже упал. Ну, гусанечек, осталось чуть-чуть. Еще может закончиться все по-другому. Сейчас гусанек свалится в самый вниз. И все. Это выйдет угар. О, уже сложнее пошло. Здесь у нас, тут. А, ну тут уже совсем легненько сейчас будет. Да, гусанек? Или нелегко нифига? Да, изи вообще. Я и проходил посложнее. А, хорошо, она будет в следующий раз посложнее где, скачать. В Майнкрафте проходил, да? Иди ты, Дима, со своими посложнее. Отлично, гусанек, вообще молодец. Так, все-таки миньон его догоняет. Ваня Вонч. Не могу на зеленом нормально. Смотрите, блин, еще чуть-чуть упал. Еще немножечко. А вот уже и платформа, куда надо добраться. А, вот так ты, Саня, мигом падай вниз. Не-не-не, он молодец, он молодец. Отлично, отлично. Так. Ваня, походу, вселенной, падай вниз. Совсем немножко осталось, вот тут должен упасть. Нет, не упал. Здесь. Ну все, гусанек выиграл, представляете? Ну все, победитель. И танцует победный танец. Молодец! Красавчик! Ребята, гусанек победил, и он будет начинать играть за аниматроника с серии Security Breach Ruin. Сейчас, мне кажется, в течение 10 секунд кого-то найдут. Согласен. Тебя, Дим. Есть! FM-Zoom, ну ты такой предсказуемый, это очень было классно.
Давай, беги, беги, мы в тебя верим, ты сможешь. Отлично, он убежал, ребята, он убежал. Поэтому сейчас будет два аниматроника, уже будет немножко сложнее, так как они могут окружать его. Они какие-то медленные. Ой, я возьму камеру в руки, чтобы зумить. Так, давай, вот это беги. Зум. Стоп, Тачи, беги ко мне. Стоп, если вы сказали зум, значит вы где-то сверху. Нет, мы просто далеко. Нет. Да. Далеко. Они, он бежит к нам. Они на лодке, они на лодке. А нам придется спрыгивать сейчас, ты понимаешь? А как они туда залезли? А мы сейчас прыгнем, не бойся. Мы сейчас будем убегать. Смотрите, прыжок. Отлично, ребята. Я убегаю. Он не сможет догнать. Я знал, что Бенни Хоп это сильная вещь. Ну что, это у нас прятки или догонялки? Я так и не понял. Прятка-догонялка. Ага. Кто не запрятался, тот бежит. Понял? Так, забегаем в здание. Пойду найду Сабера, чтобы с ним сидеть. Все, я в хате сижу. Я убежал. Я тоже убежал. О, блин, тут карта кончается. Карта не такая, что и большая. Я убежал. Че, Гусуняк, ты поверил, что я забежал в здание? Молодец, я тебя обманул. Дочка, я тебя вижу. Вижу аниматроника. Видишь меня, да? Я не мог поймать, я беги ко мне. Так, я уже здесь. Вот. Как вас так догонять-то? Вот так вот как-то тренируйся. Вот, он по меня бежит. А, блин, испугал меня, блин, это ты. Я занят. Он сюда бежит. Да, он сюда бежит? Да. Да не, я убегу. Здесь шумные дома. Все. О, аниматроник сюда бежит. А я могу через окно вылезти? О, через окно можно вылезти, ребята, через окна. Офигенно я придумал. Послаби, беги. О, опа, внизу, отлично. А тебе придется зайти ко мне сюда. Вон оно бегает. О, давай, я буду его караулить. Нет, так нечестно. А я в другое окно буду выпрыгивать. Ах ты, блин. Туда. Тут уже да. Да, понятно. Класс ты, офигенно. Давай, кто ко мне сюда? Он не идет. Ой, какой я нычка, имба. Мы сейчас тебя все замочим, потому что в этой серии должны все умереть полностью. Всё, давай. О, ура! Еще одного нашли. Даже не нашли, а убили. Опа. Он не нашел меня, представляете? Он меня не нашел. Блин, еще чуть-чуть он меня схватил. Он же на расстоянии может убивать. Еще одного убили нашего. Ребята, все меньше и меньше выживших. Осталось совсем немножко. Так, надо искать дом, где есть два этажа. И буду со второго этажа спрыгивать. Классная идея. Вот он бегает здесь. Это я? Заметьте, что они со всех домов. Нет, тут отец бегает. Не во всех домах можно с окна прыгать? На некоторых домах есть решетки. Блин, а тут тоже была решетка, я выпрыгнул. Я сейчас жду. Так, надо как-то мне зайти в здание. Есть, я в здании. Я на второй этаж. Во-во-во-во. Отличненько. О, оно такое же, повторяющееся. Все, я успею, если что, выпрыгнуть с окна. Кстати, согласен, Димас. Я тут просто уже жду. Хорошая тактика, ребята. Ну, вот именно. Они затихли, мне страшно. Ой, блин, я упал. Ё-моё, проверил решетку, жопа ей пролезла. Ну, все. Так, давайте сделаем перекличку. Сколько людей еще живых? Я жив. Я жив. Настроя. Настроя? Да, настроя осталось. Ребята, самые крепкие остались пацаны. Ну, скорее всего, сейчас беги, я умру первый из вас. Беги, беги. Петучка, обернись. Я знаю, да, тут Дима. О, привет. Привет. А это что за коротышка тут? Давай на второй этаж бежим. Ребята, блин, нет, туда не беги, туда не беги. Вон они. А, сзади. А это что за коротышка? Сзади, ребята. Блин. Есть, я оторвался. Классно, что есть Бенни Хоп. Ну, у них есть шанс сюда меня поймать. Можно окружить, можно обмануть. Блин, он срезал, я хотел в здание забежать. Нет. Я живым не дамся никогда в жизни. О, еще один. Убежал, еще один, отлично. Так. О, блин, он срезает через здание. Видели, что они делают? Он знает, что я буду сейчас в ту сторону бежать. А, так оторвался, да? Отлично! Я его обманул. Не, Саня, я. А интересно, кто-то бегает за мной постоянно? А, никнейм же не подсвечивается. А ты догадайся. О, мы можем рубрику с этим аниматроником снять. Угадай, какой аниматроник настоящий. Да и Тачи, ты меня подрезал. Где он? Я вижу, он бежит. Я застрял. Капец, вы что, по кругу будете бегать? Да, ты должен нас поймать. Что нам делать? Вы встретились. А-а-а! Быстрее, пацаны! Он в здание забежал. Нет, ребята, я крутой. Нет, еще в чуть-чуть, ребята. Вы видели, насколько на соплях я? А-а-а! Блин! Ой, Димас умер.
Я чуть не всрался, это так страшно было. Ну блин, да я поддался. Жесть. Так, давайте, кто еще живой? Васаби я. Все, ребятушки, мы должны их замочить. Давайте инфу, где они? Ну они, одни по кругу карты. Ну все, мы сейчас их поймаем, нас же уже много. Я сейчас включаю максимальную свою сложность мочения. Не знаю, почему я так говорю. Пусть будет так. Так, один наш здесь бегает. Вижу, 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 вот он бежит. Нас можно не меня только, если это я, не меня. И тачи, стоять. Нет. Ой, и тучка. Ой, я его преследую, пацаны. Вот, давай, 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 возле башни. Так, так, надо как-то продумать тактику, как его поймать. У нас уже трое. Все, присоединяется все больше и больше аниматроников. Преследуем врага, которого мы должны замочить. Давайте, мочи. Блин, еще чуть-чуть. Идите вы. Вот он, вот он бежит. Я его преследую. Так, давайте в эту сторону пойдем. Мы его сейчас поймаем, вот по-любому. Ну, не может же он прям долго убегать. Если он сейчас останется последним выжившим, он будет победитель. Я знаю. Еще двое, да, получается? Да. Двое мы ставим. Васаби, сдыхаем скорее. Нет, не сдыхай. Ты сдыхай. А вот, ты нормал. Нас загнали в угол. Ну все. Все-все-все, ребята, со всех сторон преследуем вас. Нет, там свободный. Мы умрем. Нет-нет-нет, вы должны все умереть. Вот он бежит, вот он бежит. Мы его здесь встречаем. Они бегут. Все отлично, ребят. Мы их не догоним. Да, догоним, догоним, не ссы. Они быстро нас. Нет. Ну вот и тачи, видите? Сейчас мы его подловим, мимика, ребят. Ну мы же по-любому должны его замочить. Ребята, кто за мимика? Блин, мы должны его убить. Сядь, подстань. Все аниматроники, давайте, все за ним. Мне кажется, сейчас я проиграю резко. Резко, да, ты можешь умереть. Да, резко очень. Мгновенная смерть. Так, вот он, вот он, вот он. Вот, умри, пожалуйста. Ах ты хитрый, блин, ребята, все-таки, видите, он нашел метод. Как спетлять от нас. Ну! 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 Блин, да ну как? Еще в чуть-чуть! Я друг друга мочите! Ну понятно, мы же все вместе бежали. А кто это такой хитрый взял маленького аниматроника? Нет. Так он же вообще рахит. Блин, ребят, ну мы реально не можем поймать их. Да как ты меня заметил вообще? Я думал, то, есть, что... Меня убили! Есть! Есть! Ну что, ребята, 7 человек, 7 аниматроников против одного чилипиздрика. Ну, я должен его убить, я должен его убить. Ну, 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 ну! Да блин, извини! А, я тебя убил. А ты меня убил? А, блин, да ладно. Странно, была такая анимация, как будто ты меня убил. Ну и тучка, ты чего? Ты уже победитель. Ну, я знаю. Ну, все, давай, если ты минуту продержишься, тогда будешь победителем. Правила меняются на лету. Да не, ну как-то легко сильно выживаешь, ты очень легко. Так, пацаны, надо не вместе все бежать, а в рассыпную. Надо всю территорию прямо отцеплять. 7 аниматроников не могут одного поймать. Представляете, какой хороший игрок попался? Бенни-хоп. Так, ну правильно, Бенни-хоп делает чудеса. Мы сейчас делаем стену, для того, чтобы ты не смог убежать. Так, я его здесь встречаю. Я его вижу, вот он, вот он, вот он. А, нет! Да ладно, да ладно, я нажимал постоянно удар и не убил его. Пацаны, а почему они всегда убивают они? Не знаю. Потому что. Вы представляете, что творится? Еще б чуть-чуть, я прям коснулся его. Дима, я сейчас так обсираюсь, потому что меня еще под физи в это сбивался. Должно лагать сильно у тебя, чтобы ты страдал. Ну, ну! Да ну блин, он вокруг здания здесь бегает. Так, я не буду пока выходить с этой части карты. А, нет, все-таки он... Нет, он возвращается назад. Так, 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 потихоньку мы его окружаем. Потихоньку сжимается угол. Сжимается, сжимается. Так, я сюда бегу. Кое-что другое сжимается у меня. Сейчас ты умрешь. Ты умрешь, ты не должен жить. Да ты, зараза. Блин, почему я такой медленный рахит? Не могу его догнать. Ну все, наверное, уже минута прошла, да, пацан? Он уже победил. Да. Ну все, давай, теперь дело принципа, мы должны тебя убить. Нет. Ну, ну, 7 человек! Нет, не сможем. Чувствую, мы не сможем его убить. Но мы сдаваться будем или не будем сдаваться? Нет, хотите. Хорошо, дело принципа, ребята, мы идем прям до последнего. Пока мы его не замочим, никто не успокоится. Аниматроники не сдаются. Ну мы еще бежим толпой, видите, он легко нас обманывает. Спустя 2 часа. Нет, нет, вы туда не бежите, он сейчас назад вернется, я его знаю. Нет, не это хитрый жук. Я же сказал.
Я пошутил. Блин, жопа ты такая. Да нет, неправда. Пацаны, я знаю, делать так, чтобы мы его поймали. Хотите, я вам покажу этот метод? А, вот. я хотел тебе это предложить. А он все равно прыгает. Добавь еще нолик, чтобы это... Не-не-не, он уже меньше прыгает, да? Но он все равно маленькие прыжочки делает. Ну это уже до того достаточно для того, чтобы мы его убили. Может вообще его к земле придавить, да? Давай, чтобы он лежал, да, просто. Давай, чтобы реально придавить. А не, давай мы попробуем еще. Если нет, я тогда добавлю нолик. Он наоборот ускорил. Ускорился? Да, он реально ускорился наоборот. Хорошо. Да, все, он, все, мы теперь мы догонять его можем. Ну что, прощай, щенок. Я вижу, как тебя сейчас убьют. 3, 2, 1. А какой 3, 2, 1? Ты должен умереть был. Ну, ну, давайте, давайте. Окружаем, окружаем, уже ближе. Ближе, ближе. Ну все, вокруг скалы уже бегаем. Ну, ну ты что, офигела, морда? Да блин, мы наравне с ним бегаем, представляете? Наравне с ним бежим. Я его убью. Я его убью, я его не отдам никогда в жизни живым. Стоять, щенок! Петучка, ты только подталкивал. Ну давай, 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 мы должны тебя догнать. Ну, ну, давай, ну, давай. Есть! Да как, ну что ты? По нему не ударился? Да я вообще не понимаю, как это произошло. Нам деле пиздрик маленький бегает, друг друга мочит. Пацаны, молодцы, мы ж в одной команде. Я его убил. Да нет, это ты не того убил. Молодец. Да что уже делать? А куда же гравитацию увеличивать? Он и так просто бегает пешком. Он даже уже не этот, ничего. Все мимо пробежали. Я нажимаю, нажимаю, он не убил. Ну мы должны его убить. 40 тысяч лет спустя. Давай, сам себя убью, у него 5 хп. Отлично, молодец. Все, окружаем. Вот тут уже окружаем, не спешите. Не спешите, не спешите здесь. Все, теперь он уже не выберется. Выберется. А вы что, офигели, ребята? Ну давайте, намочи, ну! Ай-яй-яй-яй-яй, как же это тяжело его убить, представляете? Если что, я все равно победитель, но... Ну да, ты победитель все равно, но ты молодец, ты прям не издевайся над нами. Надо уже убить его. А мы должны его убить. Так, так, так. Давай, давай, давай. Ну, 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 да блин, смотрите, как он нас дурит. Блин, ребята, это страдание какое. Да ударьте его. Просто уже затыкивайте, а себя убивайте. Ребята, ну мы его должны убивать. Вы что, он в бою, что ли? Блин, я в шоке. Представляете, как сложно его убить? Я его найду. Я уже, короче... Все, все, убил. Да ладно, я уже взял другого аниматроника, прям пилпак, который я хотел. И всем привет, дорогие друзья. С вами Димас Гусанёк, Сахар, Форум, Секрет, Лекстрон, Водочка, Уга-Буга. Пацаны, поздравайтесь. Привет. Всем привет. Всем привет. А так, всем здравствуйте. Всем привет. Ребята, сегодня у нас очень классная рубрика. Я буду играть за аниматроника и гоняться за пацанами. Но пацаны будут не просто убегать, а уезжать от меня на машинах. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Карта просто гигантская. Здесь есть ворота, мост и вот там еще здоровенный кусок карты. Это GM Construct, только более какая-то интереснее и больше. Поэтому будет очень сложно мне. Вы готовы проигрывать? Потому что... А может я никого и не смогу в этой серии убить? Сможешь. Мне кажется, нет. Очень сложная какая-то карта, нет, и она большая. Густанек умер. Так, это я от машины умер. Запорол? Все. А ты что думаешь, ты будешь каждый раз умирать и все? Нет, нет, Дима, не надо. Есть, я еще одного убил. Ребята, процесс пошел. Да. Так, нас уже трое, а вот теперь будет интересно. Все, пацаны, давайте, они едут в ту сторону, я гоню их. Подожди, туда кто-то поехал? Спасибо. Нет, туда никто не поехал. Мы все в одном месте. Давай, Гусанёк, помогай, присоединяйся. Ну, я пытаюсь. А где ты? Я на шлагбаумах. А, блин, они, видишь, уже на спаун туда приехали все. Надо как-то объединиться нам, пацаны. Надо, чтобы мы все как-то договорились и пытались их окружить. Вот, едет игрок. Не-не-не-не-не, давай. Да, а вот теперь ты умрешь, смотрите, ребята. Трупейшн. Не получается. Как это не получается? Получается. Не-не-не-не, не получится. Есть! Удаляй свое корыто, голливое. Удалим. Это что, у нас уже четверо? Да. Так, бежим сюда. Гусенек, ты убил кого-то? Нет. А давай инфу, где они? Ездят. Так, 4 человека против 4. Вот сейчас уже прям интересно пошло. Очень интересно будет. Заяц пишет.
Так, давайте здесь посмотрим, где кто ходит. Мне кажется, надо туда идти, наверх. Вижу машину. Бегу. Так, так, так. Ага, вот как можно сюда подняться. Ребята, досмотрите ролик до конца, потому что в конце ролика мы эту карту жахнем ядерным взрывом. Ну, я еще буду, конечно же, тоже на машине убегать. Мне кажется, знаете, что на этой карте надо выживать, когда все аниматроники, а ты один выживший. Вот тогда было бы интересно. Опа-па, вот уже присоединился. Ты, наверное, гусенек бежит, да? Окружай. Давай, давай, окружай его, а я с этой стороны, мы его сейчас замочим. Блин, мимо проехал. Эх ты, блин. Да блин, я нажимал. Надо прям возле водительской двери как-то нажимать. Ты не убил его, да? Нет. Надо было подставлять себя, он бы в тебя врезался и остановился бы. Мне кажется, надо брать других аниматроников. За этих сложно будет. Я, короче, беру другого аниматроника, пацаны. Я тоже. Нет, только не крячку. А чё не крячку? А чё не крячку? А тут только самый быстрый-то этот, Рэббит. Какой самый быстрый? Во! А ну-ка. Я как раз таки взял крячку вашу. А тоже медленно. Давайте возьмем все-таки, да, крячку какую-то возьмем. Во, пацаны, я нашел кого взять. Марионетка. Вот теперь, вот теперь. Так, а чё? А чё ты не ссы? Они просто, они не имонты, они нубики. Не, ну это немножко читерски было, согласен. Ну это нечестно. Да ну как нечестно? Нечестно, когда я 20 минут не могу вас убить. Ой, чё-то машина у него там закоптилась, а? Я разозлился очень сильно, реально я злой, я хочу всех замочить. Ой-ой-ой-ой, блин, я... Ай! Ой, вот это она быстро, тяжело даже в дверной проем залететь. Так, подожди, а где он был? Я же его видел здесь. Вот он. Ты медленный. Эй, выходи с машины, я тебя должен убить. Это сейчас опасно было. Есть. А мы вдвоем остались. На меня. Ой, давайте я возьму немножко я какого-то другого аниматроника. Убил, убил. Всех убили? Нет, я остался. Нет, и я. Ой-ой-ой, пацаны, вот это вы, конечно, зря. Все, давайте, пацаны, включаем максимальную сложность аниматроников. Аниматроников можно брать. Да, любых можете брать. Но было интереснее, потому что что-то те очень такие рахитные. Только давай не FNAF 2, потому что они прям читерно сквозь текстуру убивают. Там бегают. Не, я взял аниматроника, который только в притирку может убить. Это спака FUPPR 2. Там экзоскелет бегает. Да, экзоскелет, он очень классно бегает. Только я вот и не понимаю, где кого искать. Бэмби. А вы можете инфу дать, где кто находится? А вон они вдвоем на одном этом. Возле моста. Ага, я бегу туда. Опа, есть желтый. Вижу, вижу. Ох, гон сальтухи там крутит. Дима, у меня, наверное, нечестный аниматроник. Ну ничего, нечестно, нечестно, но мы должны всех убить. Так, пацаны, он туда полетел. А вы что, друг друга убиваете? Да. А, вижу. Ребята, я его сейчас убью. Нет. Я должен успеть его замочить, потому что то, как не я. Че, он уехал, что ли? Как ты зараза такая, а? Да, ничего, мы его сейчас догоним. Кто там летит? Стоит. А где он? И ждет своей смерти. Я вижу, вижу, что ему хана. Нет, золотая не кровь. Хочешь, да, умирать? А тебе придется. Таксист, ну что? Дима, головешка, это читерно? Да, это очень читерская вообще башка. Она самая быстрая из всех аниматроников. Кто помнит серию «Самый быстрый аниматроник», ставьте плюсик в чате или в комментариях. Ой, в чате или в комментариях. Посмотрим, сколько эту рубрику помнят. Ну что, пацаны, я приближаюсь к нему уже. Я очень быстро бегу за ним. Нереально быстро. Да, с карты я переборщил. Я не ожидал, что она такая гигантская, так будет сложно. Но он будет как-то полегче мне. Давай не меня. Что, интересно? Не, вот, смотрите, желтый таксист. Он должен умереть. Он в воду упал. Молодец. У меня шанс есть? Где он? Нет. Я его убил. Молодец. Ура, ну что, мы всех убили? Вон, 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 вон последний, вон последний. А где, давай инфу, где он? Вон он, едет на мост. Все, на мост, бегу на мост. Вот, я его вижу. Ну что, я тебя тоже убью. Я всех буду убивать. Он врезался, пацаны. Рахит. Я его не могу убить. А, смог. Ты меня убил. Я всех убил. Че, мы всех замочили? Так я еще живой. А как? Белый, а, ты живой? Так давайте... Да ладно, я думал, ты мертвый. Пацаны, давайте, все за ним, все! Зажимайте. Хорош. Убили? Да.
Нет, он же не упал. Все. В воду упал. В воду упал. Давайте его с воды сейчас выйдет, и мы его убьем. Я убью. Все. Все. В том, что вот вы когда меня убивали, там был только скример, а вы меня не было урона. Это очень странно, кстати, да? Ребята, 7 аниматроников против меня одного. Это прям очень сложно будет. Но я буду стараться. Я живым не дамся. А телепортироваться не... А ты не сможешь, а не галимая телепортируется. Наверх? На правую кнопку мыши. Так, давайте пока здесь постоим, если что, я успею спрыгнуть. Все. Можем отдохнуть, постоять здесь, машину помыть. Да не, я буду убегать со всей силы. Я уверен, что здесь никого нету. Все, ребята, я сделал хорошую тактику. И они побежали все туда, я уже здесь. Давайте постоим здесь, потусуемся. Надеюсь, никто резко не прибежит ко мне. Аж мостом будем стоять. Дима, а когда я уже бежит за тобой? Никого нету. А, вон ползучий бежит. Можем потихонечку наваливать. Да. И пока дойдешь, и год кончится. Блин, ребята, ну семером, конечно, это импово. А чё, никого нету? Классно. Я теперь понял, насколько это было легко выживать. Дима, подожди, старичка. Видели, как это профессионально сделано было? Вообще четко. Все, буду тут на пятачке выживать, потому что вы меня вообще никогда не убьете. А представьте, я был один против их всех. Это вообще было сложно. Так, он пытается срезать путь. Ну, у тебя ничего не получится. Блин, это страшно, когда они сзади все. Газуем на все бабки. Сейчас, когда они уже тут будут семером, это будет классно убегать. Слишком бомбовую машину выбрал. Да? Так это вообще пердуха старая. 70 километров ездит. Газуй, газуй, газуй. Я вижу, сзади бежит. Не-не-не-не-не-не-не. Блин, это было стрёмно. Доезжаем. Это Дима. Где Дима на Рахите? А какая-то ракета, это очень классная тачка у меня. Я сказал на Рахите. А, на Рахите. Согласен. Давайте здесь постоим, все равно никого нету. Попрыгрываем движок. А, даже передние колеса не крутятся. Так, давайте сюда поедем. Да, для догонялок эта карта, она очень такая сложная. Дима, это ты зря сделал. А чё? Тут подъем есть. А, я не боюсь. Нет, он меня проехал. Ловите его на спал. Ладно, ребята, давайте, чтобы было легче, можете брать любых аниматроников, только те, которые на расстоянии не бьют. Спасибо. Как он меня не убил? Ну как он меня не убил? Знаете, которые в притирку убивают, можете брать. А я поубегаю. О, я вижу. Быстрый этот вышел на охоту, аниматроник. Так я же сказал, что на расстоянии, которое не убивает. Вы на расстоянии мою машину разрушили. Я же видел. Ну это было нечестно, пацаны. А, я живой, еще едем. Я живой. Вы меня не можете убить. У меня жизнь 9000, но они у меня не тратятся. Как они меня хотят убить, а я еще еду. А что ты лежишь у меня в салоне? Слазь давай. О, спасибо, что толкаешь машину. Все, я убегаю. Я убегаю. Ну нафиг. Будем валить так. Пешкаруса. А, все. Ну блин, вы мою тачку развалили жестко вообще. Ну это было прикольно. Ребята, как и обещали, мы сейчас взорвем эту карту. Просто красивый взрыв. Сделаем его там в конце. И посмотрим, долетит до меня ядерный взрыв или нет. Ой-ой-ой. Кстати, меня не достало.
Если понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Ой, красиво! Ой, это я сделал.